वंदे रूप सनातन रघुज श्री जीव गोपाल को Сатсварупа Дас Госвами, Прабхупада Лиламрита. Эта книга повествует о выдающемся человеке и его удивительном подвиге. Этот человек Абай Чарнаравинда Бхактивиданта Свами Прабхупада, философ, ученый, духовный лидер. Святой. Подвиг же его заключается в том, что впервые в мировой истории ему удалось пересадить на западную почву неподвластную времени духовную культуру Древней Индии. Первый том Прабхупады Лиламриты начинается с описания событий, которые привели ко встрече Шрилы Прабхупады с его будущим духовным учителем. Именно эта встреча заронила в его сердце искру желания познакомить западный мир с сознанием Кришны. Первая половина его жизни была временем подготовки к выполнению этой миссии, временем долгой и упорной борьбы, которая в конце концов увенчалась грандиозным успехом. В августе-сентябре 1965 года Шрила Прабхупада с $8 в кармане и без всякой поддержки, но с твердой верой в Господа Кришну и наставления духовного учителя, в одиночку отправился на грузовом судне в Нью-Йорк. 60-е годы 20-го столетия были временем, когда дети, сражавшихся во Второй мировой войне, активно протестовали против общества, утратившего духовные ориентиры и навязывающего людям идеалы безудержного потребления. Именно в эту среду Шрила Прабхупада принес идею о новом обществе. Обществе, которое возникнет в результате возвышения человеческого сознания с уровня грубого материализма до уровня чистой духовной философии и этики. Тысячи часов интервью с сотнями людей, лично знавших Шрилу Прабхупаду, дневники и воспоминания его учеников, свыше 7000 писем самого Шрилы Прабхупады. Таков результат поисков, проведенных исследовательской группой под руководством автора этой книги. Впоследствии все эти материалы были тщательно изучены и обработаны и легли в основу повествования, живо и ярко изображающего одного из самых выдающихся людей нашего времени.